Полицейские обнаружили подпольный склад с алкоголем. Служители закона изъяли около 40 тысяч литров поддельной продукции. Об этом боксе на Троицком тракте рассказал обманутый покупатель. Он пожаловался в полицию, что под видом подлинных напитков ему продали суррогат на 11 тысяч рублей. Сотрудники полиции наведались по указанному адресу и обнаружили невероятное количество бутылок с поддельным спиртным. Также установили организатора незаконного бизнеса, 48-летнего мужчину. Всего поддельной продукции у него изъято на 200 тысяч. Кстати, служители закона подсчитали, что доход мог бы составить более 10 миллионов рублей. Сейчас хозяину склада предъявлено обвинение в приобретении, хранении, сбыте товаров и продукции без маркировки.